Вот это подача. Стоп. Есть. Вот это оно, наш клиент. Не знаю, кто это такой. Всем привет. Хороший день для рыбалки. Как видно, я на малой реке. На очень заросшей малой реке. Потрясающая погода. Просто плюс 26 сегодня днем обещают. Но печалит то, что вот эти последние 2-3 дня, а дальше все ниже, ниже, ниже. В общем, будет уже осень. В общем, получилось так, что лето плавно переросло в бабье лето. А потом уже будет глубокая осень. Финальная рыбалка, когда я буду ловить на подобной такой реке. Именно на колебалки, воблерки. В общем, на мелкие сегодня снасти. В общем, можно сказать, будем сегодня ловить на ультралайт. А по рыбе, я надеюсь, что сегодня клюнет жерех, щука, голавль, ясь. В общем, все. Надеюсь, что будет вообще клевать. По комплекту у меня на сегодня новинка от Nautilus Fugu 722UL. В общем, почему я взял его под осень, вот этот спиннинг? Помимо голавля, да, я буду на него ловить, стараться еще голавля также весной. Надеюсь, будет крупный голавль. Я еще планирую в конце осени, точнее поздней осенью, половить форель. Я думаю, он также отлично там справится. Ну и также ранней весной, когда называется будет межсезонье, я думаю, он справится своей задачей. Так, тут лейба. Здесь такое утолщение, что и довольно непривычно. Длину спиннинг это 2,18, ну и тест от 0,5 до 8 грамм. Я бы не сказал бы, что он называется лапша, но такой вот строй. Где-то среднебыстрый, что-то ближе к этому, скорее среднебыстрый. Потому что я уже сколько раз пробовал, чисто лапшой, ну, голавля, ну, не совсем приятно ловить, но зато вяжет хорошо. А здесь что-то такое среднее, нейтральное. Ну и катушку я сюда поставлю, уже называется, в последнее время я ее постоянно ловлю, в ультралайтовой теме. Это от Nautilus Verona, 2500 эска. Катушка пока прекрасно справляется со своей задачей, да уже и рыбалок уже было больше, 15 ныне с помощью нее точно. Там мужики твичат или джигуют, наверное, рыбу ловят. Шнур 0,6, Light Game. Так, это сделали. Поводок обязательно. У меня 0,36, потому что щука есть. Поэтому рисковать приманками хорошими я не очень намерен. Все, сегодня звоню в магазин. Надеюсь, починит лодку. Надоело нашипеть. Вроде бы теперь уже можно из берега половить. Дождался вообще момент. Так, все, привязал. Обрезаем и в путь на воду. Как разведчик повешу Моргана, Феликса черного такого, потому что сегодня ясно довольно, темные приманки по идее должны чуть-чуть лучше работать, но на самом деле это не сильно играет роль. Ну, первый заброс в саму траву, там травище такая жесткая прям. И нужно научить себя помедленнее крутить, как можно медленнее. Чем быстрее привыкну, тем быстрее поймаю. В прошлый раз, когда я здесь был, такая была приятная нота. Буквально на последнее называется. 5-7 минут поймал я зишку. И сегодня я бы хотел бы. Я думаю, сейчас спустимся пониже, потом будем подниматься. Oh.
Поклевка. Первая поклевка довольно мощная. Скорее всего, наш клиент. Щука гуляет. Или жерех. Что-то непонятное. Но явно не мелкая. Есть. Какая-то малютка клюнула. Да ладно, шайтан уклейка. Жерех. Женек, чё ж такой маленький? Ну это на Нордстрим Морган. Ладно. Начало есть, но это не та аудитория, за которой мы приехали. И взял он, получается, вообще, какая-то была стража поклевка. Вообще, можно сказать, там, где тишина была. И в траве. То есть рыба, походу, вся или в траву забилась, или в ямы скатилась. На перекатах, смотрю, ее сейчас пока нет. Но первая поклевка была явно покрупнее рыбка. Так дернул, блин, я аж испугался. Голавль, наверное. Только он так умеет бить. Нет. Тоже шайтан уклейк. Я аж испугался. Реально испугался. Так. Чуть снеженьки клюют. Ну, походу, с разгону долбанул. Что такая сильная была. Ух ты. Вот есть рыба, есть, но в самой травище. Спрятались мы, можно сказать, вот за этой травой. И можем сейчас смело без опаски кидать. То есть, если рыба будет подходить, она сильно нас не испугается. Как это была поклевка. Типа уклейки наверх. Есть. О! Матросики пошли. А, подожди, какой же это матросик? Это кто у нас? Ясь. Маленький. Совсем маленький язишка. Есть здесь крупнее рыба. Где вся крупная? Ну, хоть концентрацию рыбы хоть нашел. Хоть одно хорошо. Но там, где есть мелкая, там и крупная обязательно. Он поплыл, змей. И мы поплывем. Потому что не хочет. Кое-как справляемся с травой. Пришлось максимально высоко поднять электромотор, потому что очень много травы и высоко она. Ну вот сейчас уже придется мне уже гребсти. Кубышка потихоньку отмирает. Скоро будет много места. Так, меня интересует вот этот вот перекат. Потому что на нем всегда рыба стояла. Не знаю, как в этот раз. Но она сюда должна выходить. Почему-то пока не хочет клевать. Хотя перед этим здесь моторка прошла. Может быть, и из-за этого. Воблера молчат, колебалки молчат.
Может, действительно надо больше по тиховодью ходить. Там, по сути, может и ясь, и щука. Ну, голавль не клюнет. Я вот сейчас просто наслаждаюсь природой. Действительно, когда вот находишься на малой реке, ну, это называется душевный отдых здесь у меня. Просто так тихо, вот слышно, вот когда перекат, и надо, рыбка гульнет. Что еще нужно для счастья? Трава отмирает вовсю. Но вода здесь неизменно, всегда чистая и прохладная. Так обидно, когда такое происходит. В траву засаживается крючок, а нормально еще не обловил точку. Ладно, сейчас придется на берег. Забыл мобилку, чтобы видео выставить. Эх ты, какой поклевку. Решил все-таки кинуть несколько раз, а тут кто-то дернул. Причем рыба жадная, она сходит, но поклевок очень и очень мало. О, есть. Вот это оно, наш клиент. Не знаю, кто это такой, но кто-то неплохой. Голавль. Хо-хо-хо-хо. Офигенный голавль. Так, выходи, выходи, выходи. Выходи, 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 выходи. Давай, 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 давай. Вы посмотрите на этого монстрика. Разговариваешь, и, блин, кто там шарится по спине. Вот это я понимаю, и мобилки нет, самое обидное. Пиявкой. Да. Вот за ними я сюда приехал. За ними. И вообще клюнул на тиховоде. Просто на тиховоде. А вот как он выглядит без всяких там широких режимов. Просто красавец. Давай взвесим его. Аккуратненько, аккуратненько. Замечательно. 775 грамм. Осенний голавль. Осенний монстрик. Надеюсь, он будет не последний. А я еще хотел уплывать. Давай. Давай. Есть. Морган от Nordstream меня не подводит. Есть здесь рыба. Просто нужно понять ее привязку. К чему она сейчас привязывается. Вот получается вот на выходах переката. Я бы вообще не подумал бы туда кинуть. Я просто кинул. Я до последнего думал, что это или ясь, или щука. Но потом, называется, блик был. Я подумал, ясь. Но никак не знал, что это будет голавль. Видео опубликовали. Обратите внимание, какой здесь ковер. Просто вот настоящий ковер. Я бы такой бы дома бы сделал бы себе, если бы можно было. Время 11:30. В принципе, времени еще полно. Я же поздно начал ловить. По идее, сейчас самое время, когда должен начать уже голавль клевать. Есть. Кто это у нас? Опа. Решил с плавом идти. И попал щук. Все же небольшой. Так, это какой у нас? Жерех, ясь, голавль, щук. Ух ты, как она побита. Есть большая тут маманя. Так, на воблер от Виталита взял.
Вот это подача была. А кто это такой? Галавль? Здесь же тиховодье вообще конкретное. Да уж. Причем я до последнего думал, что это щука. Нет, галавль. Здесь вообще тишина. Ни перекаты, ничего. Походу надо пересмотреть свое видение, касаясь галавля. Окунь гнался. Вообще малыш. Но его нам не хватает. Есть. Вот он. Чего мне и не хватало. Это небольшой окунек. Посмотрите, обратите внимание, какой у него тут рыжий прям. Красивый, маленький. Жерех, ясь, галавль, щука, окунь. Да, 5 видов. Снова. А это кто такой? Слушай, это не пойму. Хороший окунь. Да. Это уже поприятнее. Я думаю, имеет смысл заякориться. Потому что вот такие вот матросики меня интересуют. Так, а что если попробовать блесенку? Не, матрос хороший. Даже очень приятный. Давай, 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 давай. Два раза окунь ударил. На колебалочку. Интересно сейчас попробовать вот те вот две коряшки обловить. Получается, глубина здесь, ну, уже большая, где-то метра 3-4. И вот на этом свале, по сути, может стоять так же кто угодно. Ну, тут прям свал прям бешеный. И все в дровах от бобров. На этом свале может стоять кто угодно. Красноперка. Просто обратите внимание, сколько рыбы. Просто пипец ее тут. Причем плотва, окунь, галавль, красноперка, все вместе. Просто вода вообще пипец чистейшая. Реально приятно смотреть за таким. Ну, чё ж такая? Какая-то мега щука. Как говорит Ваня, неуравновешенная. Это называется наныл. Ладно. Нормально. Вот здесь прям взяла. Что-то дубликаты поперли. Хочется что-то новое. Хотя даже не представляю, что новое можно уже поймать. Вроде уже всех хищников поймал малой реки. Вот. Очередное окошко. Прям по-любому кто-то должен здесь стоять. Не поверю, что никого нет. Плотва? Нифига себе, там грамм по 200, по 300 каждая. Вот, галавль, три окуня. Все шли за колебалкой. Хе-хе-хе.
Надо было немножко спровоцировать, они бы пошли бы. Может быть, и атаковали бы. Смотри, какая плотва здоровая. А причем за колебалкой вышла. Есть. Кто это? Опять шайтануклейка. Только почему они такие маленькие клюют? Здесь же много хорошего жереха. Очень много жереха. Неужели так это давление с геомагниткой сильно бьет по нему? Я вот сейчас иду и просто вот наслаждаюсь. Рыбы просто масса. Ладно, будем заканчивать рыбалку. Поймал сегодня все, что хотел. Единственное, только размер. Только трофейного голавля. Ну как трофейного? Хорошего, очень хорошего. Даже крупного. По-другому не назвать. Работа лучше всего сегодня приманка. Это от Nord Stream Morgan. И также от Vitalita воблерок. Но на него немного ловил. Потому что условия не очень подходящие для него. Именно для него нужна струя. На струе просто никого нет. Рыба вся стоит, выходит на тиховоде. Именно в траве. А вот клевать далеко не каждая гораздо. По поводу спиннинга, мне честно, мне понравилось. Я теперь не удивлен, почему многие его хвалят. Единственный момент, мне вот не очень нравится вот это утолщение. Но тут у каждого своя рука, это только для меня называется. А в целом спиннинг отличный, я уверен, форель на него еще половлю. И действительно крупный. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!